Сейчас мы с вами свяжем цветочек на 5 лепестков, в центре которого находятся шишечки или так называемые кулечки. Начинаем работу с 5 воздушных петель. Первая петля и еще 4. 1, 2, 3, 4. Замыкаем в кольцо. В кольцо мы с вами замыкаем соединительной петлей. Делаем петлю подъема и выполняем в кольцо 14 столбиков без накида. Выполняем. 1, 2, 3, 4. Далее я буду выполнять немножко быстрее. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и последний 14. Замыкаем ряд соединительной петлей, которая вводится в первую нашу петлю подъема. Наша петля подъема, вводим крючок и делаем соединительную петлю. Наш с вами ряд завершен. Теперь выполняем второй ряд. Второй ряд у нас состоит с вами из шишечек или так называемых кулечков. Еще их называют кукурузное зерно. Выполняем. Делаем петлю подъема. Выполняем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. И выполняем 5 столбиков с 2 накидами в эту же точку. То есть в эту же петлю, с которой мы с вами начали. Выполняем. Первый столбик с 2 накидами. Второй столбик выполняем сюда же с 2 накидами. Третий. Четвертый. Пятый. 5 столбиков с 2 накидами у нас с вами готово. Работу поворачиваем и в вершину первого столбика вводим крючок и делаем соединительную петлю. Выполняем. Наша с вами шишечка или кулечек готова. Теперь закрепляем нашу шишечку на кольце. Пропускаем 2 столбика в основании и вводим крючок в третий столбик. Обращаем внимание, 2 столбика мы пропускаем. Вводим крючок в третий. Это очень важно. Нам эти с вами 2 пустых столбика в дальнейшем пригодятся. Закрепили столбиком без накида. Наша шишечка закреплена. Выполняем еще одну шишечку. Делаем 4 воздушных петли. 3, 4. Делаем 5 столбиков с 2 накидами в эту же петлю или в эту же точку. Давайте обратим внимание, мы вот сюда вводим крючок, туда же, куда вводили столбик без накида. Выполняем 5 столбиков с 2 накидами. Первый выполнили, второй, третий, четвертый. 5 столбиков с 2 накидами у нас с вами готово. Работу поворачиваем и выполняем соединительную петлю в верхушку нашего первого столбика. Еще раз повторим, как мы это делаем. Подтягиваем ниточку. Наша шишечка или кулечек готовы. Опять пропускаем 2 столбика. 1, 2
и вводим крючок в третий столбик. Напоминаю, обратите внимание на два пропущенных столбика, они нам в дальнейшем с вами понадобятся. Закрепляем нашу шишечку. Так мы с вами выполняем до конца ряда. Всего у нас с вами должно получиться 5 шишечек. У нас будет 5 лепесточков, значит, должно получиться и 5 шишечек. Мы с вами выполнили 4 шишечки. Теперь выполняем последнюю, четвертую. 4 воздушных петли делаем, выполняем. Выполняем 5 столбиков с двумя накидами в эту же петлю. Раз. Два. Три. Четыре. И 5. Работу переворачиваем. Вводим крючок в верхнюю часть нашего столбика, верхушку. Делаем соединительную и подтягиваем. Наша шишечка готова. Пропускаем 2 столбика. И для того, чтобы завершить работу, в нашу петлю подъема вводим крючок и делаем соединительную. Вот наша петля подъема. Вводим крючок и делаем соединительную петлю. Мы завершили наш ряд шишечек, или по-другому их называют кулечками. И теперь выполняем лепестки. У нас еще один с вами ряд будет лепестков. Сейчас время вспомнить о наших с вами пропущенных 2 столбиках. Эти столбики хорошо видно и по лицевой стороне. Вот у нас с вами первый столбик идет, вот второй. Вот опять раз и два. Видно хорошо пропущенные столбики. Первый и второй. Можете хорошо отогнуть шишечку, и их видно и с изнаночной стороны. Мне удобнее смотреть по лицевой стороне на наши пропущенные столбики. Вот я так крючочком отодвигаю шишечку, вижу наш столбик, ввожу сюда крючок и выполняю один столбик без накида. Выполнила. Теперь выполняю 4 воздушных петли. Раз, два, три, 4. Выполняю в эту же точку 2 столбика с 2 накидами. Сделали 2 накида и выполняем с вами. Раз и 2. Теперь выполняю 2 столбика с 2 накидами в соседний свободный столбик. Делаем 2 накида, и вот наш также свободный столбик, который находится рядышком, его видно хорошо. Мы выполняем 2 столбика с 2 накидами в этот же свободный второй столбик. Все в одну точку. Теперь в этот же столбик мы выполняем 4 воздушных петли и выполняем столбик без накида. У нас с вами первый лепесток готов. Шишечку можно вернуть на место. И вот у нас получился такой лепесточек впереди с шишечкой. Выполняем второй лепесток. Опять ищем наши 2 свободные столбика. Вот их хорошо видно с лицевой стороны. Вот один столбик и вот второй. Для того, чтобы, естественно, колоться или ввести крючок, мне нужно отодвинуть шишечку, найти этот столбик и ввести крючочек. Вводим крючок в нашу свободную петлю первую. Делаем столбик без накида. Выполняем 4 воздушных петли. И вводим 2 столбика с 2 накидами в эту же петлю или в этот же столбик. Раз
и 2. Теперь выполняем 2 столбика с 2 накидами в соседний свободный столбик. Первый столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами. Выполняем 4 воздушных петли и закрепляемся столбиком без накида в этот же столбик, в эту же петлю. У нас с вами второй лепесточек готов. Шишечку мы с вами отгибаем. И вот у нас с вами получилось уже 2 лепестка. Третий и последующие лепестки выполняем также. Ищем 2 свободных столбика. Вот он, первый и второй. И также выполняем третий лепесток. Так выполняем до конца ряда. У нас с вами должно получиться 5 лепесточков. У нас с вами готово 4 лепесточка. Осталось сделать 5-й и завершить работу. Мы отогнули 5-ю шишечку немножко вперед. Нашли наши с вами 2 свободных столбика, непровязанных. И теперь выполняем последний лепесток. Вводим в первый столбик крючок. Делаем столбик без накида. Делаем 4 воздушных петли. И выполняем в этот же столбик 2 столбика с 2 накидами. Выполняем. Раз. И 2. Теперь выполняем 2 столбика с 2 накидами в соседний свободный наш столбик. Раз и 2. И делаем 4 воздушных петли. Раз, 2, 3, 4. И закрепляем их столбиком без накида. Наш последний 5-й лепесточек готов. Для того, чтобы завершить ряд, мы вводим в первый столбик без накида крючок и делаем соединительную петлю. Ряд завершен. Наш с вами цветочек готов. Распрямляем лепесточки. Выпрямляем наши шишечки. И у нас с вами получился вот такой цветочек на 5 лепестков. Он объемно очень смотрится. Видим, лепесточки у нас из-под шишечек выходят. Так выглядит изнаночная сторона нашей работы. Вы можете выполнить такие цветочки из разной пряжи, разного цвета и разной толщины. Вот цветы выполнены примерно из пряжи одной толщины, но разного цвета. И вот выполнен совсем маленький цветочек из очень тонкой пряжи. Хорошо тоже видны шишечки. Он смотрится очень объемно и красиво. Творческих вам успехов!